Книга «Открытым оком», 29-й том. Тема «Монашество». Вопрос 4019. Раньше было так, что кому тяжко в патриархии, имели отдушину уйти в зарубежную часть церкви. А как ныне? Куда недовольному деваться? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Ныне еще легче это сделать, потому что на территории России уже около 8 разных православных юрисдикций. Предисловие редакции церковных ведомостей РИПЦ. Предлагаем читателю ознакомиться с содержанием брошюры иеромонаха Евгения Пампуры в кавычках «За Христа» или «От Христа. Почему я ушел из Русской Православной Церкви Московского Патриархата», кавычки закрыты, изданный в июле сего года Омским приходом святых царственных мучеников РИПЦ. Иеромонах Евгений несколько лет подвязался в монастыре Московской Патриархии на Ганиной Яме под Екатеринбургом и как мог боролся изнутри с беззакониями, творимыми священноначалием Московской Патриархии. В июле сего года присоединился к Русской Истинной Православной Церкви. «За Христом» или «От Христа». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Вот оставляется вам дом ваш пуст. Матфея 23 глава 27 по 28 и 38 стихи. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12 и 13 стихи. Почему я ушел из Русской Православной Церкви Московской Патриархии? Я писал тексты этого сборника в первой половине 2008 года, когда принимал окончательное решение покинуть Русскую Православную Церковь Московского Патриархата, РПЦ-МП. Решение это принималось мною не сразу, а после длительного и мучительного размышления. Долго не оставляла меня мысль о нечестности, предательском характере этого поступка. Уверен, у многих знающих и не знающих меня возникнут такие же мысли. Поэтому я исчел необходимым хотя бы кратко, полное изложение пути слишком велико, и вряд ли его нужно знать другим, объяснить свой поступок. Осознание проблем, которые стоят сейчас перед Русской Православной Церкви Московского Патриархата, видение изнутри морального и духовного облика многих ее официальных служителей, который подчас просто ужасает, не оттолкнули меня от православия, не сделали врагом церкви. Я, как и прежде, твердо желаю оставаться монахом и священнослужителем Русской Церкви. В своей повседневной жизни мы, и я в том числе, нечасто во всей полноте осознаем, что церковь, в отличие от всех мирских организаций, это не просто группа чем-то объединенных людей, а именно вселенское православие, без каких бы то ни было региональных, пространственных и исторических временных ограничений. Церковь – это Господь Иисус Христос, ее глава, святые и подвижники благочестия всех времен и народов, все усопшие в православной вере, все ныне живущие на земле православные христиане. Также и Российская Православная Церковь, как часть вселенского православия, это не московский патриархат, и тем более не его официальные структуры, а все православные люди, осознающие свою принадлежность к русскому православию, в том числе и все правильно рукоположенные епископы, священники и диаконы, а не только те, которые служат в Московском Патриархате. Священноначалие Московского Патриархата берет на себя большой грех, замалчивая это, утверждая, что каноничность
в том числе и законность рукоположения, и благодатность принадлежит только ему самому. Российская церковь раскололась в первой трети XX века не в силу злого умысла каких-то раскола учителей, хотя и такие были, а в силу исторических обстоятельств, прихода к власти в стране воинствующих безбожников. Часть православных христиан, небольшая, а меньшая часть, во главе с митрополитом Сергием Строгородским, сознательно пошла на союз и сотрудничество, которое очень скоро превратилось и не могло не превратиться в служение этой власти. Другие части ушли либо за границу, составив русскую православную церковь за границей, либо на нелегальное положение, образовав невидимую, но активно действующую катакомбную церковь. Церковное начальство Московского патриархата вынуждено было оправдывать действия советской власти, приведшей в состояние бездуховных и бессмысленных рабов народа России. Утверждать, что в СССР нет гонений на верующих, когда в то самое время расстреливали тысячи и тысячи священнослужителей и мирян, одних только священников физически было уничтожено около 30 тысяч, еще большее число подверглось унижению, издевательствам, пыткам в застенках ОГПУ и в советских концлагерях. Первые предательства повлекли за собой целую вереницу отступлений, лжи, замалчиваний, новых предательств, которые продолжаются и поныне. Именно это служение большевистской власти, большевистской власти, позволило Московскому патриархату по личному указанию Сталина в 1943 году избрать в кавычках митрополита Сергия Строгородского патриархом московским и всея Руси незаконно, во-первых, потому что избравшие в кавычках его архиереи непоместный собор представляли не все русское православие, а лишь небольшую часть его. Во-вторых, если какой-нибудь епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, как и все, сообщающиеся с ним. Правило 30 святых апостолов. Мирское начальство утверждало, а часто и прямо ставилось в священноначале Московского патриархата. Именно это служение безбожникам позволило Московскому патриархату превратиться в огромную и богатую, не людьми, а имуществом, организацию, презрительно и надменно не замечавшую всех прочих. Сейчас Московский патриархат сменил одних хозяев на других, которые, как и прежние, стремятся к мировому господству, только другими средствами. Но ведь князь века сего, в скобках Евангелия от Иоанна 14, глава 30, стих 16-11, и Бог мира этого, в скобках 2 послание Коринфянам 4.4, дьявол. Кому же служит Московский патриархат? Братья и сестры, задумайтесь, здесь не место подробно излагать историю этого трагического злочестия. Даст Бог, представлю ее в других статьях. Я далек от мысли, что все находящиеся вне Московского патриархата святые, а все находящиеся в нем отпетые грешники. Скажу лишь, и это мое твердое убеждение, что я не могу спасаться внутри нынешнего Московского патриархата, где у меня связаны руки и ноги, а на сердце лежит тяжелый камень, где я, пусть даже только молчанием, вынужден каждодневно участвовать в делах лицемерия и лжи. Я не ушел бы, а остался и пытался изнутри противостоять злу, если бы не был убежден, что это невозможно. Пусть каждый, поставив себя пред лицом Христа и своей совести, сделает правильный выбор. Бог вам судья. Храни вас Господь. Его Высокопреосвященству Викентию, архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому РПЦ-МП, бывшего клирика Екатеринбургской епархии, бывшего насельника Свято-Преображенского монастыря, города Каменско-Уральского и иеромонаха Евгения Пампуры. Уведомление. Сим,
Уведомляю ваше высокопреосвященство о моем выходе из состава клира Московского патриархата, РПЦМП, по своей доброй воле. Считаю долгом хотя бы вкратце объяснить свой поступок. Самое главное. Согласно правил 45, 46, 65 святых апостолов и правил 32, 33, 37 Ладикийского поместного собора, принятых всеми православными церквами в качестве канонов, моление с еретиками, принятие от них жертвы и даже просто совместное празднование, вхождение для молитвы в синагогу наказывается извержением из сана и отлучением от церковного общения. Священноначалие Московского патриархата многократно подпадает под эти прещения и даже не считает нужным объяснять свои действия пастве, прихожанам. Правило 15 Константинопольского двукратного собора определяет, что священники, отделяющиеся от общения с предстоятелем из-за ереси, осужденные святыми соборами и святыми отцами, не раскольниками именуются, а наоборот, достойны чести, как стремящиеся оградить церковь от расколов и разделений. Считаю, что я поступаю в строгом соответствии с этими правилами. Кроме того, годы пребывания в лоне РПЦМП привели меня к твердому убеждению в глубоком духовном поражении этого религиозного объединения, укоренившемся в нем духе человекоугодия, лицемерия, страха, доносительства, лжи и подлости, соединенным с непомерной жаждой наживы, и, что особенно важно, совершенной невозможностью что-либо изменить, находясь внутри него. Все это суть последствия известных действий церковного начальства, связанных с именами митрополита Сергия Строгородского и его преемников, продолжающихся и поныне. Необходима публичная оценка и покаяние нынешнего священноначалия за дела своих предшественников и за свои собственные. Без этого покаяния, кардинального обновления всей церковной жизни, разрушение здания церкви Московского патриархата неотвратимо будет приближаться. Развязка наступит быстрее, чем вы думаете. Будучи насельником монастырей, я постоянно пребывал в атмосфере равнодушия, презрительного высокомерия, хамства, воинствующего невежества. Если бы это касалось только меня, я мог бы утешать себя, что это попущенная Богом для меня школа терпения, смирения и послушания. Однако я увидел, что монастыри сейчас для всех являются местом изощренного превращения человека в животное, что формируемые там качества злобы, ленивого потребительства, глубокой развращенности в самых своих началах несовместимы с христианством. Духовная жизнь, сводящаяся исключительно к послушанию начальству, которое, в кавычках, превыше поста и молитвы, унижению и заискиванию пред ним, с полным уничтожением всякого потенциала творчества и свободы, приводит человека не к формированию образа и подобия Божия, но злобного, ненавидящего всех и вся зверя или психически больного. Жаль, что вы этого так и не поняли. В связи со всем этим я счел дальнейшее пребывание здесь предательством Христа и тех людей, кто еще не потерял разум, честь и человеческое достоинство. Вы, может быть, скажете, что прежде чем принимать подобное решение, надо было поговорить, обсудить эти взгляды. Я неоднократно писал вам прошение, пытался говорить при личных встречах, много раз заговаривал об этом с наместниками, но ни разу не был не то что понят, но даже услышан. Хочу подчеркнуть, что я не за разделение выступаю. Наоборот, горячо желаю объединения православных людей России в единой поместной Российской Православной Церкви. В скобках сейчас, как вы знаете, в России и других странах бывшего СССР действует несколько независимых друг от друга православных церковных объединений, и Московский Патриархат – только одно из них, скобки закрыты. Но не беспринципного объединения, слияния во что бы то ни стало, желаю я, а возрождения русского православия, начало которому было положено Поместным собором
1917-18 годов и фактически прерванного со смертью патриарха Тихона в 1925 году. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к моему праву высказать публично свои наблюдения и мысли, оставшиеся в результате пребывания в Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Не для злопыхательства, не как месть за нанесенные лично мне обиды и оскорбления, а для предупреждения неведающих, какую духовность в кавычках, какой в кавычках путь ко спасению они получат в Московском Патриархате. Иеромонах Евгений Пампура. Обращение к мирядам, прихожанам храмов и монастырей в Екатеринбурге, Каменско-Уральского и других городов и сел Свердловской области. Я, иеромонах Евгений Пампура, бывший насельник и священник Преображенского монастыря города Каменско-Уральского, а до этого монастыря во имя святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, близ города Екатеринбурга, имею большую нужду обратиться к вам, братья и сестры. Я добровольно ушел из монастыря и вышел из состава священнослужителей Екатеринбургской епархии, которой управляет архиепископ Викентий Мораль. На языке церковных канонов, то есть правил, законов, это называется «отложился от своего епископа». Такие священнослужители, говорит правило 15 двукратного Константинопольского собора, должны быть извержены из сана, как учинившие раскол. Но то же правило говорит, если священник отложился от епископа из-за ереси, осужденной святыми соборами или отцами, в которую впал этот епископ, то такое отделение и осуждение будет не расколом, а предотвращением расколов и разделений и достойной чести, подобающей православным. Я убежден, что действия архиепископа Викентия и других иерархов, которыми он административно подчиняется, патриарха Алексия II, членов Священного Синода, квалифицируются как еретические и подпадают под прещение, наказание, определенные правилами 45, 46, 65 святых апостолов и правилами 32, 33, 37 и 39 Ладикийского собора, вплоть до извержения из сана и отлучения от общения церковного. В этих правилах осуждается совместное моление с еретиками, принятие жертв, даров от них, и даже совместное празднование с еретиками и язычниками. Разве они не делали и не продолжают делать это? Такие крайне неканонические действия церковного начальства, а также предательство их предшественниками верующего народа в 20-е и 17-е годы, в скобках патриархами Сергием, Алексием I, Пименом, скобки закрыты, привели к глубокому духовному и моральному разложению церковного организма. За годы священства и монашества я с избытком насмотрелся проявлений гордыни, презрения к окружающим, высокомерие и хамство. Только ли я свидетель тому, какими словами и поступками оскорбляет и унижает братью, проживающую в монастыре игумен Феодосий, Гожу? Наместник монастыря во имя святых царственных страстотерпцев, как он во гневе срывал с монахов одежду и головные уборы и топтал их. Разве один я знаю, сколь высокомерен иеромонах Нестор Балков, наместник Преображенского монастыря в городе Каменске-Уральском. Например, он так понимает послушание. Без его благословения нельзя подать голодному кусок хлеба, даже когда он не может благословить по причине своего отсутствия. А ведь Христос учил быть милосердным, накормить голодного, как будто это он сам. Что, надо приводить цитаты? Их много. Будем спасаться послушанием наместникам, плюя на заповеди Божии? Мы так и поступаем. Троеточие. А так, иеромонах Нестор отвечает, когда кто-то из прихожан осмеливается сказать ему о каких-либо непорядках в храме или монастыре. Не нравится? Не ходи. Видимо, искренне считая, что монастырь – его личная собственность, а не собственность всего народа церковного. Может быть, это действительно уже так.
Отмечу, что это совершается при том, что монастыря фактически нет. Есть территория, есть почти восстановленный храм. Но монастырь – это не недвижимость, не имущество. Это люди, единая братская семья. За 7 лет такой семьи не создано. Насельники монастыря меняются ежегодно, да не по разу. Так что монастырь на самом деле и не монастырь, а приход с небольшим штатом обслуживающего персонала и очень большой текучестью кадров. Такая же ситуация в женской монашеской общине в селе Колчедан, приписанной к монастырю. Не идут туда люди. Не заслуга, в кавычках ли, в этом иеромонаха Нестора. А как оценить такое проявление христианской скромности? В 2006 году в городе Каменске-Уральском издана книга «Под покровом святым» о Покровском храме. В ней немало места уделено впечатлениям прихожан о теперешнем настоятеле храма протоиерее Иоанне Агафонове. Прихожане не могут нахвалиться, но любоваться благочестивым батюшкой. Он добрый и внимательный, заботливый и прозорливый и прочее. Хорошо, что прихожане любят батюшку. Может, они и преувеличивают, но ведь это так свойственно любящему сердцу. Смущает лишь, что книга эта издана под общей редакцией протоиерея Иоанна Агафонова. Впрочем, протоиерею Иоанну есть с кого брать пример. В служебных помещениях архиепископа Викентия, в храмах и монастырях висят портреты не только патриарха Алексия II, как когда-то в официальных местах висели портреты Брежнева, но и самого архиепископа Викентия. Такого, в кавычках, смирения в миру не увидишь. Смущают и некоторые проявления братской любви священников друг к другу. Когда, например, Иоанн Агафонов, благочинный Южного церковного округа, митрофорный протоиерей и наместник Преображенского монастыря иеромонах Нестор Балков, прилюдно оскорбляют друг друга. Не хочется вспоминать эти грязные распри, но ведь они продолжаются, и о них многие знают. Живя в миру, я с подобным тоже не сталкивался. Братья и сестры, я прошу у вас прощения за свою нерешительность и малодушие. Я слишком долго ждал, оттягивал. Боялся обвинения в непорядочности, предательстве, запрета в священнослужении. А запрещают в служении за малейшее выражение своего мнения, несогласие с начальством. Как это произошло в мае с отцом Валерием из Покровского храма и иеромонахом Иоанном из Преображенского монастыря города Каменско-Уральского и со многими другими священнослужителями. Простите меня, братья и сестры, помолитесь обо мне грешном. Хочу, чтобы вы знали, я не ухожу из церкви Христовой, из церкви православной, из церкви русской, не снимаю монашеских парамана и мантии, священнического креста, надеясь пронести их до конца своей жизни. Я ухожу из московского патриархата, и то лишь потому, что не вижу возможности изнутри противостоять всему тому явному злу, с которым столкнулся. Ухожу под домофор русской истинно-православной церкви РИПЦ, и я обещаю вам продолжать бороться за спасение своей души и тех людей, которые верят мне, как священнику, свои души. Ибо без их спасения нет и моего. Иеромонах Евгений Пампура. Евреям, 13 глава, 5 стих. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Откровение 2 глава, 2 стих. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Размеренно в молитвах жизнь текла, перетекала в подражание старшим, старались избегать добра и зла, семью считали самым-самым страшным. Любой прогресс считался искушением, а проповедь в миру — за наваждение. Сновали на соборах словно шершни, рекорды ставили в безмолвии и бденье.
Я удивляюсь более всего, читая в житиях прославленную самость. Могли за пазухой, шутя, держать огонь. Быть может, образно сумели приукрасить. Но явно, что молчанью скован нимб, заумные слова о пренебесном. С писанием не подберешься к ним, во сне и наяву к ним лезут бесы. Вживались в образ ангельский не сразу. Твердела мысль под опытами Аввы. Боялись красоты, шли к созерцаниям праздным. В бесславии их нагоняла слава. За сотни верст шагали по пустыне, чтоб мудрости хлебнуть и откровений. Канонизирует своих, едва они остынут, нетленный будет или же сопреет. Что не по слову Божию, то бред. Добавить букву язвами покрыться. Убавившего в царстве не было и нет. К спасенным он не приближался близко. Что во Христе бери не по частям, с молитвой строгой и хожденье в страхе. Слова евангельские — основной костяк, в дыму кадильном, чтобы не зачахли. Четвертый век. Кипело по пустыням. На благовестие не было призыва. Накроет полумесяц, и очаг остынет. В кричащей немоте вход в монастырь разинут. 12 мая 2008 год. Игнатий Лапкин.